Отметив, как солнце в смирительном виде пример подает нам самосожжение, осмыслив любовь как род суицида, а жизнь как прогресс продлений тленья, я, видимо, мчусь прямиком к просветлению, а дзен там, под горкой, к инвалиду. Посмотришь на мир кристалл мироздания, как дивны дела твои, Господи, право. Отсюда весь мрак разложения за гранью, а чуть повернешь — восхищение и славу. И ждет человека или рай, или канава, и то, и другое при равном старании. А если подумать, зачем я и послан сюда, где 3,14 лингам превращают в ионе, а после, ну да, сигареты, кофе всего-то. Я послан тобой восславить заботы твои о сём мире, а это не просто. Согласен. Ну слушай, попробовал суши, сходил на 3D, осмотрел пирамиду. Испытан восторг, избиты баклуши. Хочу выйти в космос, поспорить с Евклидом, начистить табло одному индивиду. И хватит. Довольны, скажи, твои уши? Еще? Да, влюбился, проверил гормоны. Гудят, что сирены, забыл, как их звали. 3 года их слушал. Очнулся от стонов собачьей тоски в темнейшем провале. Но тут я не спорю, 3 года едва ли на вечность гарантии ждать закона. Да ладно, чего уж. Тут главное дело по адресу ли послан. Ты азимут сверил? Вот эту вот душу, да, в это вот тело. А если я вылетел, да не в те двери? Давай я в тебя еще раз поверю, да лишь бы все время скорее.